Житель города Златоуст обнаружил во дворе вмерзшего в лед котенка. Накануне была оттепель, но на следующее утро температура воздуха опустилась до 35 градусов. Сергей, так звали мужчину, предположил, что животное пряталось под автомобилем и впоследствии попало в ледяную западню. Незамедлительно мужчина связался с местным ветеринаром для консультации. Последний дал совет обливать примершие конечности животного теплой водой. Только после 12 ведра удалось освободить кота из плена. Затем его занесли в дом, высушили и уложили на батарею, чтобы отогреть найденыша. Спустя некоторое время приехал ветеринар, чтобы определить, нет ли у животного серьезных повреждений. К счастью, он не получил обморожения. По словам специалиста, коту было не больше 8-9 месяцев а еще он оказался сибирской породы. Но у Сергея не было возможности оставить кота у себя навсегда. Поэтому он решил найти новую семью для спасенного им животного. Он разместил объявление на своей странице в социальных сетях и в дополнение снял видео о спасении кота и выложил его на ютубе. Видео получило популярность среди пользователей интернета. А через пару дней с Сергеем связалась девушка, которая хотела забрать кота. Екатерина, так зовут новую хозяйку, дала коту кличку Семен. Девушка рассказала, что Семен чувствует себя прекрасно. О нем заботятся, его любят. А что еще надо? О своей прошлой жизни он давно не вспоминает. Он уже начал показывать свой характер, особенно, когда его пытаются накормить нелюбимым кормом. Одним словом, ведет себя, как обычный любимый домашний кот. Эта история со счастливым концом. От себя хочу пожелать Семену долгой жизни с людьми, которые его никогда не бросят. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!